дорогим подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу легенда 3 на 12 на таком основании. Сейчас будем его подготавливать, пилить, варить и начнем строить. Собрали, зафиксировали основание. Фиксируем с помощью уголков и сварки. Все пришлось подрезать, все бочонки выставлять, ловить уровень. Все сейчас довариваем, докручиваем и начинаем собирать каркас. Каркас поставили, нанизали поликарбонат на стены. Сейчас будем его одевать профиля, прокручивать и будем пробовать. Точнее, плавно переходим к покрытию крыши. Будем пробовать ее крыть. Продолжаем строить теплицу легенда 3 на 12. Все обшили. Сейчас будем устанавливать профиля, прокручивать все окончательно, обшивать двери и устанавливать форточные блоки. Монтаж, напоминаю, строили мы теплицу легенда 3 на 12. Идем смотреть. С одного торца у нас дверь. Ой, форточка. С другого торца у нас тоже форточка. Есть у нас стеновая дверь. Перепад высот есть большой. Есть старое основание, на которое закрепили новое основание. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Закреплен с помощью уголков к металлическому основанию от старой теплицы. Есть у нас 4 форточных блока на приводах, есть диагональные усилители, поликарбонат. Сейчас подойдем с той стороны, поликарбонат. 4 миллиметра плотность 0,8. Вот у нас дверь в теплице двухстворчатая стеновая, через которую можно сюда попасть. Дальний торец тоже форточка. Есть у нас система подвязки, 4 нитки. Вот такая вот длиннющая. Красивющая. А главное, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.